Июля 2022 года все белорусские рыбаки ждут с большим нетерпением. А все потому, что 29 числа в силу вступают новые правила рыбной ловли. Об основных изменениях нам расскажут наши гости. Это Ольга Лущицкая, старший государственный инспектор отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Ольга Николаевна, доброе утро. Вот мы, допустим, с Артемом не рыбаки, но еще все может поменяться после нашего интервью. Поэтому, может быть, вы нам поможете как раз-таки войти в курс дела. Почему вообще потребовалось поменять правила? Ну, было очень много обращений и как граждан, как и других ведомств, чтобы, ну, где-то на упрощение, где-то, наоборот, более строго. Поэтому и приняли такое решение на либерализацию этих правил и, в принципе, постарались сделать все, что возможно. Ну, если вы знаете, раньше у нас было общее правило ведения рыболовного хозяйства, рыболовства, это было в одном документе все, то сейчас правила разделили, чтобы, ну, проще было и читать, и восприятие. Теперь отдельно у нас правила любительского рыболовства и правила ведения рыболовного хозяйства. Если рассказать проще, то правила стали более строгие или, наоборот, более лояльные? Ну, знаете, это решать будут у нас рыбаки, более лояльные или более строгие. Какие-то нормы были отменены, какие-то наоборот. Вот, например, если ранее у нас запрет на зимовальных ямах касался только субъектов хозяйственного юрлиц, которые осуществляют промысловый лов рыбы, им нельзя было, то сейчас и любителям будет запрещено с 1 октября по 15 апреля на зимовальных ямах осуществлять любительское рыболовство. Хорошо, но вот также, например, мы знаем, что с июля нельзя будет брать в аренду пруды в населенных пунктах, чтобы брать деньги за ловлю там рыбы. Значит ли это, что теперь можно в абсолютно любом водоеме рыбачить? Ну, во-первых, я немножечко поясню. У нас, значит, два вида аренды. Есть аренда для ведения рыболовного хозяйства, которая включает в себя промысловое рыболовство и организацию платного любительского рыболовства. А есть у нас аренда, вот именно, предоставление в аренду прудов и обводненных карьеров для рыбоводства. Это к правилам никакого отношения не имеет. Передача в аренду прудов и обводненных карьеров у нас осуществляется на основании положения, которое утверждено Советом министров 25 апреля 2015 года, номер 333. То есть это совершенно два разных, так сказать, две аренды. И поэтому многие граждане действительно путают. Вот. А что касается введения записи вот этой вот, что не будет предоставляться, да, действительно не будет предоставляться, которые расположены или полностью, или частично в населенных пунктах. Но это не значит, что если водоем не передан в аренду, и там можно будет ловить все, что угодно и сколько угодно. Суточная норма как была, так и остается. Единственное, что рыболовам разрешили ловить без ограничений по весу и количеству инвазивные виды рыб. То есть, ну, как бы это так, если по-простому говорить, нежелательные виды, которые могут вытеснить наши аборигенные. К ним относятся ротан-головешка, 4 вида бычков, амурский чебачок и сомик американский. Значит, вот эти виды рыб можно будет в рыболовных угодьях фонда запаса, не только фонда запаса, вылавливать без ограничений. А так, норма вылова в рыболовных угодьях фонда запаса как была, так и остается. Ничего не поменялось. Какие интересные названия рыб. Как будто бы мы прочитали меню какого-то морского ресторана. А такие рыбы вообще можно есть? Бычок, я вот даже не знаю. Бычок, а бычка можно? Ну, если ловит, значит. Можно. Ольга Николаевна, мы знали, что по старым правилам рыбаки должны были подписывать свои сети. Согласно новым правилам, это требование упраздняется. Как теперь инспекторы разберутся, чьи это сети и не браконьеры ли они? Ну, здесь я вас хочу немножко поправить. У нас сети – это запрещенное орудие рыболовства для любителей. То есть нельзя? Их использовать нельзя. Вы, наверное, имели в виду ставки, жерлицы, колобашки. Да, действительно, раньше эти... Именно их. Раньше действительно эти орудия рыболовства подписывались, но опять-таки это особого смысла не имело, потому что, ну, можно было подписать любой фамилии. Не требовалось доказать, что это действительно, показать удостоверение, что это колобашки там Иванова, Петрова или Сидорова. Поэтому и, значит, этой нормы теперь этого
этого требования не будет. Более того, значит, этот способ лова, вернее, даже не способ лова, а использование этих орудий рыболовства не запрещенный, в отличие от сетей. Вот сети действительно у нас приносят значительный ущерб рыбным ресурсам. Ну, а что касается контроля, то надо иметь в виду, что на ставке жерлицы колобашки можно использовать только в светлое время суток, в темное время суток запрещено. И если они будут установлены в темное время суток, просто их будут изымать. Слушайте, звучит ставки жерлицы колобашки, как заклинание из Гарри Поттера, да? Ставки жерлицы колобашки. Что-то из этой серии, точно. Ольга Николаевна, еще не все знают, что в период нереста рыбакам было запрещено выходить в воду, даже если вдруг там зацепился крючок. Что стало с этим правилом? Оно осталось таковым же или изменилось? Сейчас уже в правилах записано четко, что допускается заход в воду вот в период запрета. Но если покуда? Он... По коленко? По пояс? По шею? Это, с головой? Это не... Не регламентируется? Да. То есть, если действительно он не связан непосредственно с ловом рыбы, пожалуйста, можете там отцеп приманки совершить или там обойти какое-то препятствие. Также вот хочу заметить, что разрешено использовать подсачек для подъема рыбы, которая выловлена именно разрешенными орудиями рыболовства. А раньше было нельзя подсачком? Раньше это было как бы не прописано в правилах четко. Действительно возникало очень много вопросов и обращений поступало, можно ли использовать этот подсачек. А сейчас это вот записано четко в правилах. Мне кажется, это хорошая норма. Почему? Потому что многие рыбаки рыбачат только для удовлетворения своего азарта и отпускают пойманную рыбу. Поэтому, мне кажется, подсачек, наоборот, помогает не травмировать рыбу, легко извлечь крючок, сфоткаться и плыви, рыбка. Вполне возможно. Ольга Николаевна, также есть информация, что согласно новым правилам, вблизи Брестской крепости нельзя будет рыбачить. Это правда? Да, сейчас в правила включена норма, которая, значит, позволяет райисполкомам или горосполкомам ограничить или вовсе запретить любительское рыболовство, значит, в границах мемориальных комплексов, спортивных комплексов, а также на расстоянии не более 500 метров от них. Поэтому, если Брестский городской исполнительный комитет примет такое решение, то да, действительно. Ольга Николаевна, спасибо вам за то, что посетили нас этим утром. Мы пожелаем всем нашим телезрителям, а особенно рыбакам, поймать вот такую рыбу своей мечты и обязательно сделать это законно. Ну и, конечно, хочется верить, что новые правила помогут рыбакам осуществлять их деятельность безопасно. Ну а мы напомним, что сегодня у нас в гостях была Ольга Николаевна Лущицкая, старший государственный инспектор отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.